Приветствую всех молодых, активных и креативных. С вами программа «УРПАК» и ее ведущие Ульяна Мартынова и Олеся Барсай. Сегодня в выпуске «Творчество без границ». В Петропавловске открылась выставка картин педагогов. Ее можно посетить до конца октября. Увлечение компьютерами, хобби или работа, программирование – так ли это сложно, как кажется на первый взгляд? Об этом рассуждают школьники Петропавловска. Во дворце школьников объявлен набор учащихся на новый кружок для любителей IT-технологий. Чем дети будут заниматься? В чем уникальность дворца школьников? Почему дети так любят ходить туда на занятия? Чем их увлекает преподаватель? Отвечает директор дворца школьников. Мы подготовили для тебя увлекательную телепрограмму. Не переключайся. Мне уже скорее хочется посмотреть сюжет о выставке картин. Ее подготовили учителя художественного лицея «Клуб ЮНЕСКО». Тогда не будем задерживаться. Смотрим. В Петропавловске открылась выставка картин педагогов художников. Она называется «Созерцать, восхищаться, творить». Давайте посмотрим. Картины создали учителя художественного лицея «Клуб ЮНЕСКО». Они представили более 20 работ. Авторы показали свое мастерство в разных техниках. Айжан Даирова для выставки предоставила свою работу из войлока. Ее вдохновила тема природы. Я преподаю в художественной школе рисунок, живопись, композицию и дизайн интерьера. Преподаю я уже около 13 лет. Почему вы выбрали именно рисование или именно вот делать всякие? Я с детства очень любила рисовать. Я постоянно рисовала и в садике, и в школе, и дома, и в принципе везде постоянно. Вот. И мне хотелось свою жизнь связать именно с этим делом. Мне не хотелось быть бухгалтером, мне не хотелось быть там, финансистом или, я не знаю, я не хотела какую-то другую профессию, я хотела творческую профессию. Я считаю, что у меня самая лучшая профессия. Я преподаю, я учу детей прекрасному, я делаю какие-то красивые вещи, и все они нравятся людям, они нравятся мне самой, мне нравится этим заниматься, и дети учатся, и потом в дальнейшем они идут, поступают. И я счастлива, что я преподаю художественные, творческие дисциплины. А как вы сделали вот эту картину или вот этот платок? Вот, допустим, картина и платок – это немножко разные техники. Это техника войлоковаляния, или мы можем назвать ее шерстяная живопись, да, шерстяная акварель. На самом деле техники делятся на мокрое валяние и сухое валяние, фильцевание. Коллектив художественного лицея богат на инициативных и креативных педагогов. Они увлекаются рисованием, росписью по батику, созданием панно и украшением шкатулок. В их числе и Ольга Киреева. Расскажите, пожалуйста, со скольки лет вы рисуете? Я занимаюсь, ну, с детства, конечно, я хожу в художественную школу, ну и потом уже в дальнейшем я выучилась на педагога и сейчас уже преподаю в школе. Расскажите, пожалуйста, о том, что приносит вам вдохновение. Ну, вдохновение приносит многие разные вещи. В основном это природа и все, что с ней связано. Но в данной выставке у меня представлены работы, выполненные в технике войлоковаляния. Работы, связанные осенью. Меня, наверное, в этот раз вдохновила осень. Вот, там представлены фрукты, яблоки, груши. И одна работа выполнена акрилом. Ну, там тоже осенний натюрморт. Что-то прям к дню учителя захотелось нарисовать про осень. Выставка проходит в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Посетить ее можно будет до конца октября. Расскажите про эту выставку. Это выставка сегодняшняя, которую мы открываем сегодня. Во-первых, посвящена она Всемирному дню учителя 5 октября, который празднуется во многих странах. Так вот, эта выставка – это традиционная выставка педагогов художественных
художественной школы Дворца школьников. Мы каждый год видим все новые работы, новые впечатления, которыми делятся педагоги-художники с нами, с читателями, с нашими, дарят нам соприкоснуться с прекрасным. Так вот, к этой выставке мы готовились буквально, наверное, месяц, может быть, в течение месяца, может быть, несколько недель. Связались с Еленой Вячеславовной, Инной Григорьевной, которые являются преподавателями этой художественной школы. И они вместе со мной эту выставку здесь вот создали, организовали, повешали работы. И сегодня у нас открытие, презентация. То есть мы ее презентуем для наших читателей, для зрителей, которые придут и любят искусство. На этой выставке представлено более 20 работ молодых педагогов, замечательных художников нашего города, нашей области. Исполнены они в разных техниках. Это и техника акварели, это техника акрила, это техника гуашь, это войлок, это, то есть, роспись. То есть замечательные техники, различные совершенно по жанру. Это и натюрморт, и пейзаж, это и интерьерные картины. Но каждая из этих работ несет свои эмоции, свою радость, то есть ту радость, которой делятся с нами художники. Вот эта выставка, она у нас будет проходить в течение одного месяца, то есть каждый желающий по вот нашей афише, по анонсу, который мы даем всегда на сайтах и страничках библиотеки, они могут прийти в течение этого времени, подняться в нашу небольшую красивую галерею и увидеть каждую работу, познакомиться с информацией о каждом художнике, который мы всегда можем рассказать. Многие мои друзья ходят во дворец школьников. Там так интересно. Да, основной деятельностью дворца является развитие исследований и научно-технической работы. Дворец школьников – это уникальное место. В нем видят таланты в каждом ученике. Это верно. Найти кружок по интересам здесь может каждый. Мы попросили директора Дворца школьников ответить на самые актуальные вопросы юных журналистов. Смотрим. Уникальность нашего Дворца школьников заключается в применении STEM технологий, бизнес-обучения, научно-технического творчества в организации полезного досуга для учащихся школ нашей области. В нашем образовательном учреждении сформировалась своего рода уникальная и успешная траектория сопровождения школьников от первых занятий в кружках до формирования совместно с педагогом научного проекта, творческой работы и достижения побед, призовых результатов на олимпиадах, конкурсах и республиканского, и международного уровня. Это все благодаря материально-техническому оснащению кабинета по последнему слову науки, грамотной учебно-методической работе педагогического состава, верной стратегии развития дополнительного образования в целом Республики Казахстан. Кружкам научно-биологического направления также уделяется должное внимание. Это подтверждает достижение совместной работы наших педагогов, юных биологов, химиков и биотехнологов с профессорско-преподавательским составом местного университета. Наши юные биологи научились выделять ДНК из клеток растений, сравнивать с хромосомными картами человека. В современной лаборатории по биотехнологии учащиеся стали инициаторами проектов по выращиванию микрозелени и витграсса на гидропонике. В химической лаборатории Дворца школьников обучающиеся, используя оптические приборы, могут проводить интересные опыты по биомониторингу, по биоиндикации воды, воздуха, почвы, продуктов питания, утилизации и переработки отходов. В связи с этим были даны рекомендации производителям молочной продукции использовать битулин как компонент для увеличения срока годности молока. Проект по химии, связанный с переработкой отходов лесного хозяйства, был удостоен золотой медали на международном конкурсе в Турции. И ученица получила грант на обучение в зарубежном вузе.
Проект наших ребят IT-ферма, выращивание рыбы тилапии в Нильской в установках закрытого водоснабжения благодаря участию в программе бизнес-инкубации Астана Хаб. Их идеи и продукты научно-исследовательского творчества дают стимул для дальнейшего развития. Благодаря мудрым решениям Елбасы Нурсултана Назарбаева в сфере образования и правильной стратегии развития региона, выбранной акимом области Кумаром Миргибаевичем, в Северо-Казахстанской области был построен дворец школьников. На мой взгляд, развитие дополнительного образования с внедрением современных образовательных IT-технологий – это главный путь к становлению конкурентоспособного общества, что находит свое отражение в общенациональной программе «Рухани Жангру», у истоков которой находится наш лидер нации. Во дворце школьников наши учащиеся получают не только знания, умения и навыки, а целый комплекс soft skills, такие как лидерство, ответственность, критическое мышление, решение проблемных задач, публичные выступления, деловое общение, что соответствует ключевым критериям конкурентоспособной личности, успешного профессионала своего дела. Программист – это совсем молодая профессия. Она появилась несколько десятков лет назад. Да, сложно представить, что еще совсем недавно люди жили без телефонов и компьютеров. Представляешь, наши родители в детстве не серфили в интернете и не смотрели ТикТок. А телефон, который умел бы еще фотографировать, они считали глупой выдумкой. Ведь зачем совмещать несовместимые вещи? Все это удалось благодаря прорыву в технологиях. В авангарде были программисты, которые сочиняли программы, которых никогда не существовало ранее. А что знают об этой профессии школьники средних классов? Давайте посмотрим. А ты знаешь, что такое программирование? Нет, не знаю. Программирование – это процесс создания компьютерных программ. Программирование основывается на использовании языков программирования, на которых записываются исходные тексты программ. А давай запишемся и будем ходить на этот кружок вместе. Да, давай, это современная профессия. Привет, Элина. Привет, Элин. Кем ты хочешь стать? Я мечтаю стать программистом. А почему именно программистом? Мне эта профессия, она очень нравится. А чем она тебе интересна? Программист, как волшебник, из ничего создают программы, которыми пользуются все. Ух ты, как интересно! Программирование – увлекательная наука, однако осложняет ее изучение то, что там все на иностранном языке. Не может быть! Да, так и есть. Во дворце школьников решили помочь детям стать айтишниками. Открыть набор в кружок под названием «Программирование на английском языке» будет преподавать Куат Габасов. Это направление открыто благодаря сотрудничеству с IT-лицеем. Ученики смогут создавать программы еще в школьном возрасте. Похоже, нас ждет цифровая революция. Сегодня в нашей телестудии преподаватель программирования на английском языке Куат Габасов. Он ведет новый кружок во дворце школьников. Здравствуйте. Здравствуй, Анетта. Что вы будете делать на занятиях? На занятиях на кружке программирования дети будут учить язык программирования Python. Данный язык программирования очень легок в изучении, потому что синтаксис языка не так сложен для изучения. Какую пользу дает кружок программирования детям? Польза программирования в наше время очень большая. Дети ко мне будут ходить с 9, 10, 11 классов. Язык программирования Python может использоваться во всех сферах обучения. Также данный язык программирования дает возможность писать соры и сочи в школах, писать их на отлично.
а также данный кружок позволит определиться с профессией в будущем. Сколько лет нужно учиться, чтобы стать хорошим программистом? Для того, чтобы стать хорошим программистом, нужно учиться несколько лет и даже всю жизнь, так как время не стоит на месте. С каждым годом появляются новые языки программирования, все более сложные. Но для того, чтобы узнать азы и в будущем узнавать больше языков, достаточно несколько лет походить на кружки, а дальше нужно будет учиться в университете 4 года. Спасибо за интересное интервью. До свидания. Благодарим вас за внимание. До новых встреч! С вами были ведущие программы Олеся Барсай и Ульяна Мартынова.